Вивальди, Бах. Аллегро из концерта ре минор. Исполняет самодеятельный скрипичный ансамбль «Кантилена». А вот руководитель, преподаватель музыкальной школы Эдуард Кунлы, который репетирует с ансамблем и сам играет в нем тоже в свободное от основной работы время. Что же заставляет людей после трудового дня браться за скрипки? Члены ансамбля отвечают вопросом: а кто сказал, что человеку полагается быть талантливым только в его профессии? Мы любим музыку, а это увлечение привело нас в рабочий клуб. Это наш город, древний и молодой, Рига, столица советской Латвии. Отсюда, от заводской проходной, всего лишь квартал до нашего клуба, дворца культуры и техники, производственного объединения БЭФ. Что говорят о своем клубе рабочие и служащие предприятия? Скажем, день был тяжелый, настроение плохое. А придешь во дворец, все как рукой снимет. Здесь у каждого свои радости и свои печали, свои обязанности и свои интересы. Нам здесь хорошо. Мы постоянно чувствуем заботу всего коллектива. И все это делает наш клуб необыкновенно притягательным. Нравится петь в хоре. Тем более, что у нас такой дирижер, народный артист республики, профессор Ян Думич. Можно считать, что это тоже участок ВЭФа. Только здесь ты сам над собой работаешь. Ольгерт Мелгалвис, электрослесарь теплотехнического цеха. Такие карнавалы мы устраиваем ежегодно. В них участвуют все самодеятельные коллективы, и дворца, и цеховые. В общем, это наш веселый парад. Но карнавал – это праздник. Давайте посмотрим, как живет клуб в обычный будний день. Раньше всех приходят на занятия младшие. Чтобы хорошо танцевать, сперва нужно научиться ходить под музыку. Чувствовать мелодию и ритм. И только потом... Впрочем, судя по взрослым из студии бального танца, потом легче тоже не будет. А что здесь? Понятно. Если бы он не пошевелился, был бы прекрасный снимок. И вот так три раза в неделю, с 7 до 10 вечера.
Я работаю на ВЭФе энергетиком. В хоре пою уже давно. Интересно ходить на репетиции. Интересно встречаться с другими хорами. Например, вот была встреча с финскими коллегами. Конечно, о вкусах не спорят, но всем городским я предпочитаю наше кафе. Почему? Здесь и кофе вкуснее, обстановка уютная, и всегда можно знакомых встретить. Тут, в общем, все свои, вэфовцы. Что же такое вэф? Крупнейшее в республике производственное объединение. Его радиоаппараты знают во всем мире. Телефонные аппараты, современные междугородние телефонно-телеграфные станции – все это ВЭФ. Будущее, тебе мы принадлежим. Эта песня композитора Раймонда Паула у нас очень популярна. У нас любят хорошие хоровые песни. И вообще в Прибалтике, в поющих республиках, Латвии, Эстонии и Литве, народное хоровое пение имеет давние традиции. Вот и в вэфовском хоре Рига 120 самодеятельных певцов. А еще у нас любят народные танцы. На репетицию к этим ребятам мы заглядывали. Побываем теперь на их концерте. Ансамбль «Зелта Ситинш» – «Золотое ситечко» танцует под мелодией песен на слова народного поэта Яна Райниса. Маленькие танцоры из «Золотого ситечка» уже знакомы с большой сценой, ведь они выступали в Москве. Их приглашало центральное телевидение. Первые мазки кистью. Первые попытки отразить в красках свое видение мира. Специалисты, которые изучают, как люди используют свой досуг, говорят, что в клубах страны почти половина всех кружков, студий и других объединений по интересам – детские. ВЭФовский клуб не исключение. В конце концов,
Это забота о нашем же будущем. Я очень люблю петь. А петь в ансамбле «Рандина» гораздо интереснее, чем просто в школе на уроке пения. И с ансамблем можно побывать во многих местах. Недавно мы участвовали в детском музыкальном фестивале в Польше. Пели эту самую песню. В большом концертном зале на премьерах обычно все места заняты. Мы приглашаем и вас. Как говорится, снимок на память. Народный ансамбль «Рижская пантомима». Что интересно, пантомима учит не только пластики, мимики, точности движений. Она развивает наблюдательность. Умение выделять из массы деталей самые существенные, а это в жизни очень помогает. Пошла девушка за водой на речку, а навстречу ей парни. Стали заигрывать. И нечаянно кувшин разбили. Нехорошо получилось. Предлагали за кувшин деньги, всякие красивые вещи. Не соглашалась девушка. Пришлось предложить жениха. Новый спектакль называется «Ах, земля моя родная». Он создан по мотивам латышских народных песен «Дайн». Ученые-собиратели фольклора записали уже 1 600 000 этих емких и образных четверостишей по штуке на каждого живущего в республике латыша. Из всего множества дайн ансамбль пантомимы выбрал для спектакля несколько о любви. Так зрители поддерживают свою команду в соревнованиях веселых и находчивых. Пускай даже шутка не самая удачная, зато сам придумал. Прямо на глазах у всех. Главное, неизвестно, кто больше веселится. Команды, зрители или так называемое строгое жюри. Собственно, в этом смысл. После трудовой недели 2 часа смеха. Вот таким представляют себе будущее Дворца культуры и техники участники веселых соревнований. Таким будет наш дворец в реальности, уже через несколько лет. В течение года на репетициях, кружковых занятиях, концертах, вечерах отдыха, лекциях здесь бывает больше 1 000 000 человек. Становится тесно, поэтому клуб вырастет больше, чем наполовину. Это обойдется государству, профсоюзу и администрации объединения примерно в 1 000 000 рублей. Директор Дворца культуры и техники Николай Николаевич Кардашов. В 50-х годах правительством нашей республики было принято решение построить этот дворец культуры для трудящихся нашего объединения. Дворец был выстроен за счет средств города. Финансирование
проходит по линии профсоюзной организации, в ведении которой мы находимся, а хозяйственное содержание идет за счет средств объединения. Всей деятельностью дворца руководит правление Дворца культуры, которое состоит из рабочих, инженеров, служащих нашего объединения. Это работы студии керамики. В 50 коллективах художественной самодеятельности и студиях сегодня занимается более 2500 человек. Наверное, не случайно скульптурную студию назвали «Дома», «Мысль». Ведь каждый и думает, и чувствует по-своему. Даже одно лицо своего же товарища и то видит тоже по-своему. Нелегкая эта задача – выразить себя, изображая другого. Вот если бы можно было вывести какую-нибудь формулу творчества. Нет-нет, здесь ее поисками тоже не занимается. Мы в клубе новаторов Дворца культуры и техники на очередном занятии семинара «Проблемы искусственного интеллекта». Сегодня разбор новых направлений в теории выбора вариантов. Этим семинаром постоянно руководит доктор технических наук профессор Леонард Андреевич Растригин, заведующий лабораторией Института электроники и вычислительной техники Республиканской академии наук. А теперь оставим точные формулы. Полюбуемся красотой, которую создает точный механик Волдемар Крумиш. На ВЭФе он занимается контрольно-измерительной аппаратурой. Герой социалистического труда, депутат Советского парламента Верховного Совета СССР. Словом, на избыток свободного времени Крумиш не жалуется. Но когда удается выкроить час-другой для клуба, он делает украшения из металла и солнечного камня. Здесь у нас, наконец, появилась возможность показать янтарь во всем великолепии. Иначе странно. Действие происходит в Латвии, в янтарном крае, а янтаря на экране еще не было. Сколько художников писало «Старый город», но его палитра неисчерпаема. У инженера-конструктора Людмилы Сталы эта тема тоже одна из самых любимых. А живописью она начала заниматься на ВЭФе. ВЭФовский дворец приглашает, советует, предлагает. Сколько людей, столько интересов, самых разнообразных. И в идеале предложение должно удовлетворять спрос. Куда пойдем дальше? Мы предлагаем на выставку работ фотостудии дворца. Остановись мгновение, и ты, зритель, тоже. Знаете, как-то приятно становится, когда узнаешь, что наши на фестивале самодеятельности хорошо выступили. Или выставка удачная. Это ведь тоже наша марка, ВЭФовская. Марта Журовская. Контролер отдела технического контроля и качества.
Я работаю на ВЭФе уже 25 лет и очень люблю сюда приходить. Это наш клуб. Мы здесь как дома. Часто собираемся, отмечаем праздники и общие, и свои, семейные. Обстановка такая непринужденная. Нравится, что можно посмотреть хорошую программу наших ВЭФовских артистов. Просто отдохнуть. Вот так рождается традиция. На заводской праздник своих товарищей приходят поздравлять участники художественной самодеятельности. Но и ВЭФовцы, коллеги по работе и почитатели, приходят во дворец, чтобы отметить важное для самодеятельных артистов событие. Свой юбилей отмечает народный танцевальный ансамбль. Ну и что из того, что мы не профессионалы и никогда ими не станем? Днем наша работа – конвейеры и чертежные доски, станки и вычислительные машины. Каждый из нас по вечерам приходил сюда для собственного удовольствия, чтобы попробовать себя в творчестве, дать выход энергии, набраться бодрости. Но получается, что это не только твое личное дело. Вон сколько у тебя болельщиков, сколько друзей у твоего ансамбля. Спасибо вам, друзья. Спасибо тебе, наш дворец. Спасибо за доброжелательность, за уважение, за аплодисменты. За то, что у нас все еще впереди. И новая радость общения, и новые замыслы, и новые встречи. Выступает лауреат Латвийского республиканского фестиваля художественной самодеятельности Янис Озолс. Янису 4 года. Он самый младший. А самым старшим из танцоров ансамбля ветеранов труда под 80. Но о ВЭФовском дворце и младшие, и старшие говорят одинаково. Это наш клуб.